Ребят, всем привет. Сегодня день очень хороший. Решил пострелять немножко. Вы, знаю, любите такие видео. Плюс надо испытать оружие. Я тут недавно установил красный зип. Не знаю, видно будет на видео. Короче, всю внутрянку поменял. Это я делал еще зимой. Короче, надо испытать оружие перед тем, как его, не дай бог, использовать. Ну, если только для пострелушек. Также постреляем еще чуть-чуть. Взял лешего. Ну, чтобы подинамичнее, поинтереснее была стрельба. Не просто пах-пах. Так. Патрончики купил. Техкрим максимум. Зарядим. Хотя надо магазин на 10. Давайте 10, чтобы всю автоматику проверить заодно, как работает у нас увеличитель. Увеличитель магазина. Так. Такс. И так, ну все, сейчас камеру переставлю и начнем. Попробуем, что из этого получится. Так, ну что, начнем. Хочу, ну такой, чтобы в динамике, ну поинтереснее было. Выход из-за машины. Пока дистанция, ну я тут небольшую сделал. Для травмата-то куда там. Из-за машины отработать с пневмы. Потом убираем и дорабатываем уже травматом. Все, поехали. Как-то так. Ну, как-то так. Так, ребят, напоследочек осталась пятерочка у меня
штучек. Сейчас буду, ну я потом, там еще камера стоит, в самый центр попробую просто на кучность. Динамично, немедленно, но буду выцеливать. Попробуем. Дистанция 5 метров. Ну что, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5. Так, ну что, всем пока. Единственный вопрос после замены на красные детали: не встает на затворную задержку. Кто знает, в чем причина. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А так буду тоже разбираться, посмотрю. Вот для этого и нужно ходить в тир, чтобы, ну, во-первых, с оружием уметь обращаться, не забывать, как оно работает, и после какой-то доработки вообще работоспособное оно или нет. Ладно, будем разбираться, посмотрим. Все, всем спасибо.